Всем привет, меня зовут Оля, и я рада видеть вас на своем канале. И сегодня мы с вами будем пробовать некоторые продукты из трех последних, даже из четырех последних коллекций брендов Essence и Catrice. А именно, мы с вами попробуем три продукта из последней коллекции от бренда Essence, которая называется Got a Crush on Apricots. Также мы с вами попробуем два продукта из коллекции, которая называется Seeking Flowers от Catrice. И, конечно же, пройти мимо коллаборации Essence и Catrice с Disney, вернее, не с Disney, а с DC, извините, я не могла. Мы с вами попробуем один единственный продукт, коллаборацию с Harley Quinn и несколько продуктов коллаборации с Джокером. Так как у нас с вами сегодня будет очень большая палетка теней на пробу, нас с вами ожидают три макияжа. И когда мы будем делать с вами эти макияжи, будем одновременно пробовать те или иные продукты из разных коллекций. Поэтому присаживайтесь поудобнее и давайте с вами начинать. Приступаем с вами к первому макияжу, и сегодня мы с вами будем делать только макияж глаз. Хотя в фоне я нанесла вот эти вот продукты. Это маркер для веснушек. Как вы видите, получилось у меня все очень плохо, поэтому во втором макияже, когда будем делать второй макияж, мы все это с вами вместе еще раз попробуем, и я попробую второй раз уже этот маркер. Надеюсь, получится второго раза получше. У нас с вами еще, когда будем делать третий макияж, будут еще одни пара, несколько продуктов на пробу, потому что так уж вышло, что вышло несколько коллекций, и там есть хайлайтер, и там есть румяна. Вот. Итак, первый макияж. Мы его будем с вами делать оранжевым. У нас здесь с вами есть зеленая история и оранжевая история. А вот третий макияж, скорее всего, мы с вами что-нибудь намешаем и сделаем сочетание зеленого с оранжевым. Так как оранжевых оттенков у нас с вами, ну так, прилично. Три оранжевые блесточки, оранжевый матовый. Это вот вообще просто коричневый, мы просто будем коричневый использовать для затемнения, то, соответственно, вот эти вот все блесточки мы сегодня с вами и попробуем. И из матовых мы попробуем вот эту странную смесь, это будет максимальное затемнение, потом мы с вами, наверное, потушим немножко коричневым, а потом уже добавим оранжевого. Не знаю, что получится, вообще, по-хорошему, можно этот оранжевый в чистом виде использовать, но... Надо все протестировать, надо все попробовать. Поэтому давайте по чуть-чуть начинать. И начинать мы с вами, пожалуй, будем как раз-таки с оранжевого. Я беру кисточку покрупнее. Тени пылят, притом достаточно сильно. Но это козочка, поэтому, в принципе, если взять белочку, теоретически должно не так сильно пылить. С этой стороны у меня не будет базы, с этой стороны у меня база будет. Пока что я, правда, не нанесла. И начинаем по чуть-чуть тушевать. В принципе... Оттенок не так уж и плох. Не сказать, что пигментация супер высокая, но и сказать, что она совсем слабая, я не могу. Единственное, что оттенок, конечно, в палетке выглядит оранжевым, а на глазах он какой-то желтый. Ну ладно, окей. Тут такое дело. Я хотела взять вот этот оттенок в складку, но вообще это хаки, поэтому нам с вами сегодня он не подойдет. Иначе может все это смотреться не очень хорошо. Поэтому я беру кисточку поменьше и набираю вот эту вот странную смесь непонятно чего. Вообще это коричневый, по итогу получается такой слегка приглушенный. И добавляю его сразу же во внешний уголок. Поэтому, скорее всего, оранжевый я еще дополнительно под набью. И добавлю. И может быть этот оттенок мы с вами еще усилим темно-коричневым. Вот сейчас смешался тоже оттенок хаки. Ладно, ничего страшного, сейчас подтемним слегка. Этот оттенок хорош, он гораздо пигментированнее, чем оранжевый. Также добавляю этот оттеночек по нижнему веку. Смотрите, как легко распределяется и хорошо тушуется. Возвращаюсь к оранжевому и чуть-чуть... Что-то пытаюсь подсмешать, но да, получится странно сегодня мейк. Ладно, ну вот, в переходе получается немного грязюка. В принципе, я этого ожидала, с учетом того, что коричневый оказался слегка не коричневым, но ничего не поделаешь. Теперь я набираю самый темный оттенок из палетки и давайте еще немножко подзатемним вдоль ресничного края и во внешнем уголочке. Поэтому я набираю очень маленькую кисточку. Стоп, этот что, тоже зеленый? А нельзя у нас больше подзатемнять. Зеленым нельзя затемнять. Не в данном случае. Окей, тогда я на эту же маленькую кисточку набираю тот же самый коричневый оттенок с примесями, но
стараюсь не добавлять вообще примеси. И пройдусь именно вдоль ресничного края еще. Ну, получается, по итогу грязюка еще и тени немножко подпыливают. Неприятненько. Ладно, пока оставляю как есть. Перехожу к блесточкам и набираю чуть более желтоватую блесточку. Она будет расположена ближе ко внешнему уголочку. А вот эту вот оранжевенькую я нанесу на все подвижное веко. Буду пробовать наносить той же самой кисточкой. Смотрим, что выйдет. В принципе, желтенький оттенок набирается. И давайте смотреть, как он выглядит на подвижном веке. Пока это у нас с вами будет такой переходный оттенок. Очень красивый цвет, конечно. Очень красивый. Также наношу чуть выше складки века. Переворачиваю кисточку и набираю чуть более оранжевый оттенок. И также наношу на подвижное веко, но ближе ко внутреннему уголку. Он набирается скорее как отдельные какие-то хлопья. То есть плотно, не факт, что у вас выйдет нанести, но давайте попробуем пальцем немножко. Немножко. Потому что кисточкой есть нюансик. Ну, пальцем чуть получше, но есть шанс того, что вот эти крупные частицы, они все-таки будут чуть сыпать в течение дня. И обязательно вот здесь вот еще прохожусь, чтобы дораспределить блесточки. На нижнее веко под радужку я добавлю оставшийся оранжевый оттенок. Вопрос, конечно, в том, набирается ли он вообще на кисточку, потому что он такой немного суховатый. Что-то, какие-то частицы получилось набрать. И давайте с вами попробуем. Блесточки сыпят под глаза при нанесении, притом достаточно сильно. Потому что они сами по себе очень суховатые. И вообще макияж, конечно, выглядит, мягко говоря, не очень. Плюс вот здесь вот какое-то пятно получилось, и я не смогла его растушевать. То есть там залип именно темный оттенок, и ничего с ним делать я уже не смогла. Во внутренний уголок я добавлю хайлайтер светлый. Финальный макияж. На нижней слизистой у меня карандаш от Colourpop. Вообще это кремовые тени в стике, оттенок без понятия какой, он уже давно стерся. На губах у меня карандаш Цеева в оттенке Серенат. И блеск для губ от Кико Милана в оттенке 17. Кстати, очень красивое получилось сочетание. А теперь делюсь своими впечатлениями. Есть что-то, что мне понравилось, есть что-то, что мне очень сильно не понравилось. Мы сегодня с вами попробовали 5 оттенков мы с вами попробовали из палетки. Есть некоторые, которые в принципе неплохие, есть некоторые, которые мне не понравились вообще. Вообще мне не понравился вот этот оранжевый оттенок. Он очень сухой, он очень плохо набирается на кисточку и он очень плохо переносится на глаза. В теории можно набрать его пальцем, нанести на подвижное веко, будет окей. Но у Catrice и у Essence есть формулы лучше. Это просто дешевая формула, за счет которой они решили удешевить палетку. Говоря про оранжевый оттенок, ну, в принципе, окей, он подпыливает, он не сильно пигментированный, пигментация чуть ниже среднего. И в палетке он выглядит оранжевым, на глазах он уходит скорее в какой-то желтый, то есть не совсем соответствует оттенок тому, что вы видите на глазах. Далее. Вот эти вот две блесточки, они красивые, но по качеству лучше всего именно желтенькая блесточка, потому что она хорошо набирается на кисточку, хорошо переносится, она распределяется как отдельные частицы, если вы хотите нанести плотно, то обязательно нужно будет постараться и поднаслоить, плюс оттенок такой очень красивый, он скорее даже желто-лимонный, то есть такой желтовато-зелененький. Говоря про этот оттенок, он плохо набирается на кисточку. Он набирается как хлопья, и часть этих хлопьев у вас разбрасывается во все стороны. То есть лучше всего его наносить либо пальцем, либо набирать спонжем. В принципе, кисточкой тоже можно, но он тогда начинает немножко замыливаться. Когда вы будете его переносить, велик шанс того, что вот эти вот хлопья, которые вот во все стороны разлетаются, будут у вас под глазами. В принципе, так и было. Говоря про вот этот коричневый оттенок, он, да, выглядит прикольно, прикольно намешали, на подвижном веке, в принципе, выглядит неплохо, но он очень пыльный, и когда вы начинаете переносить, часть этих осыпаний, вот часть вот этой пыли начинает вам сыпать под глаза, конечно же, поэтому обязательно нужно будет втоптать пигмент в руку или же просто сыпать немножко с кисточки, чтобы вот просто эти осыпания посыпали вам не под глаза,
а сразу же осыпались, не знаю, там на стол, на пол, неважно. Вот, в общем, в целом-то неплохо, но да, есть свои нюансы. А, еще один нюансик, это то, что коричневый, вот здесь есть пятно. Я не смогла с ним ничего сделать, здесь просто есть пятно. И зная то, что оттенок может немножко залипать, с этой стороны у меня уже получилось нормально, просто потому что я знала, как уже с оттенком работать, и, в принципе, с этой стороны тушевка вышла почище. Но, тем не менее, здесь тоже есть такое маленькое еле заметное пятно, но просто вот с этой стороны оно вот прям ярко выраженное. По итогу макияж суммарно смотрится, в общем-то, неплохо. Но, вот такие вот маленькие косячки все-таки есть в наличии. Говоря про этот дурацкий лайнер для веснушек, это просто какой-то кошмар. Мы, конечно, с вами попробуем его еще вместе, а тут я просто хотела потестировать его дополнительно. Короче говоря, он растворяет тон и тинтует до кожи. То есть я попыталась его нанести на пудру, это была плохая идея, судя по всему. Надо будет попробовать его в следующий раз нанести на неприпудренную кожу. Но вот этот вот эффект растворения, это, конечно, выглядит очень плохо. И когда поверх этих типа веснушек пытаешься наслоить, например, там тон или же консилер, чтобы прикрыть какие-то косяки, получается такое вот пятно. То есть как будто бы консилер цепляется за вот эту вот точку от маркера и подчеркивает, и получается вот такое вот, не знаю, пятнышко грязи. Выглядит это очень неаккуратно и некрасиво. То есть к лайнеру у меня очень большие вопросы. Вот так вот. Сейчас я вам показываю макияж глаз максимально близко, и мы с вами увидимся в конце дня. Прошло 11 часов, и давайте с вами смотреть, что происходит. Обратите внимание на румяна и на хайлайтер. Я сразу же решила сделать дополнительное вечернее включение по ним. Румяна на месте, а вот хайлайтер, по-моему, немножечко поблек в течение дня. Макияж глаз. С этой стороны была база, с этой стороны база не было. Там, где база не было, есть небольшое скатывание. Матовые не поблекли, блесточки. Ну, вообще-то они чуть-чуть посыпали, но не очень сильно. Говоря про эти дурацкие веснушки, это какая-то ерунда. Второй макияж мы будем с вами начинать с лица. И у нас с вами есть на пробу кремовые румяна и также хайлайтер от Catrice из линейки Seeking Flowers. И также я попробую второй раз вот этот вот странный лайнер от бренда Essence. Я, когда вчера смывала макияж, я очень сильно удивилась, потому что этот лайнер настолько прошел через тональную основу и пудру, что он остался на коже, и я его с кожи еле смыла. То есть настолько он въедливый и очень немножко такая странная текстура. Ну, давайте попробуем с вами еще раз. Скажу честно, мне не нравится, на мой взгляд, это какая-то ерунда. Но сегодня я попробую нанести на неприпудренную кожу, потому что вчера я пробовала наносить на припудренную кожу и расставляю точки. Надеюсь, ситуация будет, конечно, получше. Кое-где ставлю маленькие, кое-где ставлю побольше. И сразу немножечко подтушевываю, потому что именно как точки это все смотрится, конечно, очень странно. Все равно, на мой взгляд, смотрится немного странно. И есть еще такой интересный момент, что, во-первых, этот лайнер, когда ставишь точку, он начинает немножко растекаться. А во-вторых, носик сам немножко забивается за счет того, что тон переносится частично на лайнер. Мне кажется, вообще в идеале им нужно пользоваться на чистую кожу, хотя тоже такой немножко спорный момент. Лучше, чем было вчера, но все еще не так идеально. Теперь я буду наносить кремовые румяна от Catrice. Они снова оранжевенькие. Пахнут не очень приятным производством. Ну ладно, почему бы и нет. Наносить, конечно же, я буду синтетической кисточкой. Переношу все через руку, чтобы хорошо вработать продукт в кисточку и чтобы он у меня не пятнил. И начинаю аппликативными движениями наносить румяна. Цвет неплохой, пигментация средняя, тушуется в принципе легко. Кстати, оттенок похож на румяна от Essence, который мы с вами пробовали вчера. К
Кстати, румяна не матовые, они с легким светоотражением. Мне они понравились, не считая запаха, все идеально. Сейчас буду наносить хайлайтер, и я буду его наносить на неприпудренную кожу. Я взяла его в оттенке 02. Версия 01 чуть более розовая. И тут такой момент. Я пытаюсь набрать хайлайтер на кисточку, и хайлайтер начинает замыливаться сразу же, потому что он настолько кремовый. Легкими аппликативными движениями изначально наношу, потому что пудры, я еще раз напомню, у меня здесь нету. И чуть-чуть начинаю подшлифовывать. Ну, это не самый яркий хайлайтер в вашей жизни, но с другой стороны, из-за того, что он такой достаточно кремовый, не видно базы, и он очень хорошо сливается с кожей. Я, наверное, еще потом припудрю кожу и поверх дополнительно еще нанесу. Он вроде как бы слегка желтенький, но это не сильно заметно. Текстуру кожи не подчеркивает и, в принципе, выглядит очень красиво. После нанесения пудры веснушки выглядят отвратительно. Ощущение, как будто бы у вас кусочек или же комочек чего-то находится на лице. Это выглядит очень неаккуратно и некрасиво. Поэтому, на мой взгляд, этот продукт однозначно нет. Переходим с вами к макияжу глаз, и сегодня у нас с вами будет зеленая история. Будем пробовать темно-зеленый оттенок и подтушевывать его оливковым. Скорее всего, еще попробуем салатовый, но это не точно. Возможно, получится нанести его на нижнее веко, но это не точно, потому что у нас с вами есть очень большое количество блесточек на пробу. Из блесточек сегодня звездой этого видео будет являться звезда всей палетки. Это очень красивый дуохром, очень качественный дуохром, который периодически появляется в лимитках от Catrice и от Essence. И чаще всего они кладут только один такой оттенок, потому что, очевидно, он очень дорогой в производстве. Давайте с вами начинать с матовых, а потом уже поговорим про блесточки. И я расскажу, что буду наносить на нижний век уже по мере того, как будем делать макияж. Изначально на кисточку поменьше я набираю темно-зеленый оттенок из палетки и добавляю его во внешний уголочек и во внутренний. Форма сегодня будет задранная, потому что есть вероятность того, что я нарисую стрелку. Но это не точно, возможно, оставлю как есть. Наношу во внутренний уголок и немножко в диагональ. На кисточку чуть покрупнее набираю оливковый оттенок и буду подтушевывать его помощью зеленой. Ровно по границе прохожусь пудрой со светоотражением и немножко ее подтушевываю. Беру плоскую натуральную кисточку и ровно на серединку наношу красивущую блесточку из палетки. Она очень хорошо набирается, она очень кремовая и яркая. Смотрите, какая красота. Вот только ради этого рефила стоит купить эту палетку. Если, конечно, вам нужны именно такие зеленые легкие дуохромы. Ну, не легкие, конечно. Перехожу на нижнее веко, и я начинаю с этого же темно-зеленого оттенка. Добавляю его максимально близко во внешний уголок и обязательно вот здесь вот соединяю верхнее веко с нижним веком. Чуть-чуть расширяю и наношу этот цвет исключительно до радужки. Здесь у меня будет уже переход в виде блесточек. А теперь мы с вами переходим к блесточкам и будем их пробовать. Я начинаю с грязно-салатового оттенка, набираю его на натуральную плоскую кисточку. Он по формуле совпадает с вот этим вот оранжевым, и он тоже суховат, к сожалению. Но, в принципе, на кисточку получилось его набрать. Единственное, что он набирается хлопьями, поэтому, скорее всего, может чуть-чуть осыпаться. Я его добавляю поверх зеленого. За счет этого оттенок станет чуть темнее и получится красивый переход в светлые блесточки. Теперь я беру салатовый оттенок, добавляю его под радужку. Здесь уже текстура получше, чуть более кремовая, меньше именно вот таких вот отдельных частиц. Хорошо набирается на кисточку. Добавляю под радужку, очень красивый оттенок. Очень классный оттенок. И во внутренний уголок и по нижнему веку я добавляю белый-зеленый оттенок.
Он тоже чуть-чуть суховатый, но это уже больше такой сатинчик. Хороший будет переходный оттенок. Смотрите, какая красотища. Вот этот оттенок очень клевый. И также я его добавляю и ввожу по нижнему веку. И скорее всего я все-таки сделаю, нарисую черную стрелку и сделаю внутренний уголок. Но вот этот оттенок, конечно, бомба. И по верхнему ресничному краю я нанесу черный гелевый карандаш от L'Oréal, а на нижнюю слизистую салатовый оттенок под номером 32. И прорисую стрелочку. Финальный результат. И вы только обратите внимание на блесточку на подвижном веке и на блесточку во внутреннем уголке. Они просто офигенно классные, мне очень нравятся. Так, у меня на губах карандаш от Рилуи в оттенке 12, это старая версия. И помада для губ матовая от Bare Minerals в оттенке Swag. Так, делюсь впечатлениями. Во-первых, говоря про продукты для лица, которые мы сегодня с вами попробовали, румяна и хайлайтер. Мне все понравилось. А вот маркер, я считаю, что полная ерунда и выкинутые деньги, не имеет никакого смысла его покупать. Говоря про палетку теней. С матовыми есть маленький нюансик. Именно темно-зеленый оттенок может залипать и не очень хорошо тушеваться. Его можно сдвинуть с места, но легко вам не будет. И когда его пытаешься стушевать с оливковым, тоже в переходе нелегко убрать четкую границу. То есть ее можно по итогу стушевать, просто это занимает время, что не очень хорошо, но в принципе неплохо. Говоря про пигментацию, она выше средней, я бы даже сказала, достаточно высокая. Единственное, что еще зеленый оттенок может немножко пятнить, поэтому его нужно будет в некоторых местах поднабить. Блесточки. Ну, звезда – это, конечно, блесточка на подвижном веке и во внутреннем уголке. На подвижном веке это просто бомба. Я обожаю эту формулу от Catrice. Я хочу отдельную палетку с этими блесточками. Я понимаю, что она бы стоила где-то, ну не знаю, евро 30, наверное, возможно, даже больше. Но эта формула похожа на более дорогие бренды. Эта формула похожа на Наташу Динону. Мы уже с вами видели такую текстуру, мы уже с вами сравнивали. Я вам показывала, что даже сравнивала с палеткой Наташи Динона, которая зелененькая, и они очень сильно похожи. Очень круто, набирается классно на кисточку, супер кремовая, легко переносится, плотная текстура, очень красиво переливается, сияет. Вау-вау-вау, супер бомба, очень нравится. Блесточка дуохром во внутреннем уголке тоже хорошо, она не сухая, она хорошо набирается на кисточку, не пылит, не подчеркивает текстуру, выглядит замечательно. Самая неудачная блесточка это светло-темно-салатовая. Ну, короче, как-то так. В общем, вот это. Она по формуле совпадает с оранжевой блесточкой, про которую я вам рассказывала в прошлый раз, вернее, которую мы с вами пробовали в первом макияже. Проблемы точно такие же. Она суховатая. Из-за этого она может разбиваться на отдельные частицы, подпыливать. И не очень просто ее равномерно нанести. Можно, но придется немного потратить время. И салатовая блесточка, она вроде бы по формуле очень сильно похожа на вот эту, но нет. Она лучше по качеству, она чуть более кремовая. Но не такая классная, как звезда этого видео и звезда этой палетки. Она, в принципе, очень похожа на вот эту вот блесточку, которую мы тоже пробовали в первом макияже. Единственное, что... Да нет, они практически на 100% похожи, только все-таки вот этот лимонный оттенок, он какой-то чуть более яркий и чуть больше распадается на отдельные частицы. В общем и целом, не все так плохо. Да, есть нюансы, да, есть некоторые оттенки, которые, ну... Вообще никакие, но большинство очень даже прилично, и все выглядит и работает, в принципе, неплохо. Сейчас я вам показываю макияж глаз максимально близко, и мы с вами, как обычно, увидимся в конце дня. Прошло 12,5 часов, давайте с вами сверяться. Румяна на месте, хайлайтер в принципе тоже. Вот эта ерунда расползлась, и теперь это все выглядит еще уже, чем было изначально. Смотрим на макияж глаз. Здесь база была, скатывания нету, здесь базы не было, есть скатывание. Матовые тени не поблекли, но
чуть-чуть уползли блесточки по нижнему веку, и они немножко находятся не там, где они были изначально. Но макияж мне по итогу сегодняшний нравится, выглядит очень интересно. Я вам не показала нанесение вот этих вот двух продуктов, но при этом показала вечернее включение. Поэтому сейчас я вам быстренько покажу, как они наносятся, и расскажу подробности. Говоря про персиковые румяна, они пахнут персиком. В принципе, коллекция так называется — персик. Единственное, что это немножко такая химозная отдушка, и, скорее всего, она далеко не всем понравится. В принципе, румяна набираются неплохо и практически не пылят. Но они не сильно пигментированы. То есть для того, чтобы добиться яркости, вам придется обязательно наслаивать. То есть вот так они выглядят в один слой. При этом я беру набирать много продукта, и вот эта вот кисточка очень хорошо набирает, очень хорошо отдает румяна. То есть если вы любите легкие по пигментации румяна, скорее всего, они вам зайдут. Если вы любите румяна по пигментированию, они вам 100% не понравятся. Но при этом они очень легко тушуются и распределяются. Хайлайтер. У него также есть ярко выраженная отдушка, тоже пахнет абрикосом. Цвет выглядит очень симпатично, да и в принципе продукт выглядит неплохо, казалось бы. Но есть нюансы с тем, как продукт смотрится на лице. Давайте покажу. Распределяется, в принципе, неплохо. Сам по себе он достаточно яркий, и вроде как даже все очень даже неплохо смотрится. Говоря про оттенок, в рефиле он действительно персиковый, а на лице он скорее какой-то беловатый. И если у вас ярко выраженная текстура, он будет 100% ее подчеркивать. Если у вас есть какие-то прыщики, да даже вон мелкие у меня есть подкожники, остатки сладкие, и слава богу, то он их подчеркивает. Чем более ярко выраженная текстура, чем больше у вас текстуры, тем больше он подчеркивает. Хуже всего как-то у меня вот здесь вот смотрится, если я пытаюсь хайлайтер подальше завести. То есть этот хайлайтер подойдет далеко не всем. Вроде бы по текстуре кажется изначально, что он достаточно такой мелкий, но по факту не настолько он уж и мелкий. При этом базы у него нету. Последний макияж мы с вами будем начинать с жидких румян в оттенке 20. Я их буду наносить на неприпудренное лицо и, конечно же, кисточкой. Переношу я их через руку. Оттенок очень сильно похож на кремовые румяна от Catrice, которые мы с вами пробовали, но уже из другой линейки. Ну а текстура, конечно, немножечко другая. И у нас с вами сразу же есть проблема. Румяна растворяют тон. Притом достаточно сильно, и они как-то очень странно распределяются, как будто бы немножечко пятнят. Пигментация у них очень хорошая, я бы сказала, высокая, но вот здесь очень такие хорошие пятна. Мне это не нравится, притом очень сильно не нравится, хотя при этом они тушуются неплохо. Не сказать, конечно, что они очень критично растворяют тон, но небольшие пятна все-таки присутствуют. Я сейчас припудрю, и мы с вами будем пробовать бронзер. Обратите внимание, что несмотря на пудру, румяна практически не поблекли. И давайте с вами наносить бронзер. Я его взяла в оттенке 20, он такой чуть более тепленький. Говоря про оттенок 10, он какой-то чуть более холодненький, слегка розоватый. Буду наносить кисточкой с AliExpress. Бронзер вообще не пылит, у него классная такая текстура, слегка запеченная и при этом кремовая. И как всегда, здесь очень много продукта, если быть точнее, 20 грамм. Не представляю, как можно 20 грамм бронзера использовать. Опс. В общем, не представляю, как можно 20 грамм бронзера использовать. С пигментацией здесь все очень хорошо, я бы даже сказала, слишком хорошо. Теперь надо с этим что-то сделать. Ну, конечно, я чуть что пройдусь тональной основой поверх, чтобы просто немножечко скорректировать оттенок. Но да, я не ожидала, что он настолько, конечно, пигментированный. Тушуется просто великолепнейше и очень и очень легко. Он с красненькой, притом с такой ярко выраженной. И мне обязательно нужно будет здесь пройтись тональной основой, потому что определенно перебор. Немного исправила ситуацию, стало чуть-чуть получше. Но зато мы с вами знаем, что бронзер очень сильно пигментированный. Давайте с вами пробовать хайлайтер из линейки Harley Quinn. У меня он в оттенке 1. Он вышел в двух оттенках. Один чуть более розовый, второй какой-то синеватый. И я хотела на самом-то деле изначально взять синий хайлайтер.
просто для разнообразия, но его не было в наличии. Наношу на натуральную кисточку и давайте с вами смотреть. Он очень сильно похож на новый хайлайтер из основной линейки Catrice. Он также распределяется отдельными блесточками и при этом немножко доохромит. Достаточно яркий, интенсивный хайлайтер, чем-то похож на Dove Cosmetics от Ежовой, но все-таки это не 100% попадание. Но все равно это хорошая бюджетная будет замена. Распределяется хорошо, базы нету. В общем, формула плюс-минус одна и та же. И пока что хайлайтер при этом не замыливается. В то время как хайлайтер от Catrice, наверное, за 2-3 использования он начинает по чуть-чуть замыливаться. Вообще выглядит, конечно, очень красиво. И давайте переходить к макияжу глаз. Мы с вами еще не попробовали 3 блесточки из палетки и 2 матовые тенюшки. Поэтому сегодня будем пробовать их. Из блесточек у нас сегодня на пробу. Вот эти вот 2 оттенка, они немножко доохромят из чего-то оливкового в зеленый. И, нет, 3 блесточки. Еще есть вот эта вот салатовая. И мы ее, скорее всего, с вами нанесем на нижнее веко. Потому что из матовых у нас, как вы видите, остался салатовый и бело-салатовый. Будем рисовать стрелочку вытянутую. Я в качестве складки века возьму оливковый оттенок, то есть нанесу его в складку века и, скорее всего, внешний уголок. Затем по подвижному веку пущу переход из оттеночка потемнее в оттеночек посветлее, а по нижнему веку у нас с вами будет салатовая история. И давайте по чуть-чуть начинать. На среднего размера кисточку набираю оливковый оттенок. С этой стороны будет база, с этой стороны база не будет. И я начинаю добавлять оливковый цвет в складку века. С самого темного места изначально. И начинаю по чуть-чуть подтушевывать. Также этот же оттенок добавляю во внешний уголок. Теперь ближе ко внешнему уголку я нанесу вот этот оттенок из палетки. Он чуть потемнее и чуть поскушнее. Это классический такой металлик, без ярко выраженных каких-то дополнительных блесточек, и он будет классно смотреться в случае перехода. Но если нанесете на все подвижное веко, есть вероятность того, что будет немножко его поджевывать. Также наношу чуть выше складки века. Обычно такие оттенки на подвижном веке смотрятся достаточно скучненько. Переворачиваю кисточку и теперь буду наносить оттеночек чуть-чуть поинтереснее, который немножко ко всему прочему и доохромит. Единственное, что он на эту кисточку не очень хорошо набирается. Возможно, придется либо пальцем наносить, либо сейчас поменяю кисточку. Либо просто участками. И начинаю с серединки подвижного века. И вот смотрите, он уже поинтереснее начинает смотреться. И появляется такой легкий перелив. Обязательно захожу этим оттенком поверх салатового, чтобы скрасить переход. Ну, конечно, этот оттенок здесь не очень уместно смотрится. Я думала, он будет более коричневый. Перехожу на нижнее веко, и ближе ко внешнему уголку я добавляю оливковый оттенок. И из него попробуем уйти в салатовый. Вначале я сделаю легкую такую раскладку матовыми оттенками, а потом поверх мы нанесем блесточки. Наношу оливковый до начала радужки, переворачиваю кисточку и набираю ярко-салатовый. А ближе ко внутреннему уголку и, возможно, даже во внутренний уголок добавлю бело-салатовый оттенок. Смотрим. В принципе, неплохо. Если наносить на подложку, то будет очень хороший яркий салатовый оттенок. Меняю кисточку, набираю бело-салатовый. И добавляю его. Ну вот бело-салатовый уже так, еле заметен. Я бы даже сказала, практически не заметен. Поэтому поверх него сейчас добавим блесточку бело-салатовую. Пока что, конечно, все выглядит очень скучненько. Набираю салатовый металлик и наношу его под радужку поверх салатового матового. Буквально вдоль ресничного края распределяю этот оттенок, просто чтобы добавить дополнительный акцент и яркость. Переворачиваю кисточку и набираю бело-салатовый оттенок.
из палетки и добавляю его опять вдоль радужки. Хотя, может, полностью добавить. Давайте полностью все-таки добавим во внутренний уголок. И тоже акцентирую внимание именно вдоль ресничного края. Вдоль ресничного края прохожу с черным гелевым карандашом. Если честно, мне не нравится все то, что получается на подвижном веке, и мне хочется чем-то перекрыть этот салатовый оттенок, потому что он выглядит очень скучно и неинтересно на подвижном веке. И, наверное, я добавлю самый красивый оттенок из палетки, вот этот дуохром, переход, потому что ну что-то такая скукотища. Ну, как-то совсем не играет этот оттенок, и он выглядит каким-то лишним, что ли. Во всяком случае, в сочетании с вот этой вот блесточкой, которая находится ближе ко внутреннему уголку. Поэтому давайте я чуть-чуть внесу изменения. Сейчас, конечно, потеряется блесточка, которая ближе ко внутреннему уголку, но макияж сам будет смотреться поинтереснее. По нижней слизистой пройдусь 32-м оттенком от Essence. Я совсем забыла, что у нас с вами есть еще жидкий топпер от Catrice в оттенке 20, и я как раз-таки его хотела также немножко нанести по подвижному веку. Ну ладно, будет двойная блесточка. На плоскую натуральную кисточку набираю топпер, и давайте добавим его куда-нибудь вот сюда. Теперь, конечно, получится too much блесточек, но ладно. Ладно. Знаете, что самое интересное? Это то, что топпер действительно можно нанести спокойно как топпер отдельными частицами, и при этом он не начинает жевать века и не застывает в какую-то корочку. Пока что выглядит, в принципе, неплохо и достаточно аккуратно. А сейчас я нарисую просто черную стрелочку. Я тут решила провести небольшой эксперимент. Набираю топпер на маленькую синтетическую кисточку и хочу его добавить под внутренний уголок. Второй глаз я уже докрашу в фоне и приклею пучки. Покажу потом вам макияж глаз максимально близко, и мы начнем уже с вами обсуждать продукты. Для начала давайте с вами обсудим коллекцию, которую я попробовала раньше всего и которая мне, пожалуй, меньше всего понравилась. Это коллекция от бренда Essence, которая называется Got a Crush on Apricots. Мы с вами пробовали 3 продукта из нее. В принципе, есть неплохие продукты. Один и с натяжкой есть второй неплохой продукт и есть полное провалище. Давайте начнем с провалища. Это лайнер для веснушек. Скажу честно, я до этого никогда не пробовала именно лайнера для веснушек, и возможно, что я просто ожидала большего. Но что мне не понравилось, это то, что кончик забивается, если вы будете наносить этот лайнер поверх тональной основы, и вам придется с этим потом что-то делать. Но больше всего мне не понравилось поведение на лице. Продукт растекается, его невозможно контролировать, и когда вы наносите его поверх тональной основы или же поверх пудры, или же наносите поверх тональной основы, а сверху наносите пудру, все выглядит очень и очень плохо. В тех местах, где вы наносите лайнер, он как будто бы, во-первых, проедает тон, и он печатает на кожу, и это потом очень непросто смыть. А во-вторых, это место выглядит очень грязно, и как будто бы к этому лайнеру начинает цепляться тон и пудра, и это становится еще сильнее все подчеркнуто, и при этом оттенок исчезает в никуда. В общем, я не поняла этот продукт. Я понимаю прекрасно, что, скорее всего, он после этого видео пойдет в мусорку. Абсолютно бесполезно. Скорее всего, будет неплохо смотреться только поверх чистой кожи. Но я предупреждаю, что его очень непросто смыть даже гидрофильным маслом, даже гидрофильным бальзамом. Придется немножко потереть и
подождать, пока он растворится. Ну, в общем, мы не сошлись характерами. Следующий продукт, который мне понравился меньше всего, это хайлайтер. Хотя вообще выглядит он не так, чтобы очень плохо. Предупреждаю, здесь есть ярко выраженная отдушка. Она такая очень химозненькая. И если вы аллергик, вам этот продукт не подойдет, равносильно как и румяна. Мне хайлайтер не понравился тем, что он сам по себе достаточно крупный по текстуре. Из-за этого очень сильно подчеркивает текстуру. Это нормально, когда яркий хайлайтер подчеркивает текстуру, потому что там слишком много светоотражения. Но здесь это все выглядит очень неаккуратно, я бы так сказала. Да, он яркий, да, он интенсивно сияет. И если у вас идеальная молодая кожа, вам, в принципе, понравится. Если у вас есть какие-то подкожники, расширенные поры, особенно расширенные поры, он очень сильно подчеркивает, то вам, скорее всего, не понравится. Из плюсов здесь 10 грамм продукта, вам хватит его надолго. Но вот эффект все равно, на мой взгляд, не самый лучший. Лучше возьмите вот этот вот хайлайтер от Essence в коллаборации с Harley Quinn или же новый хайлайтер от Catrice. По факту это плюс-минус одна и та же текстура. Они хотя бы не так сильно подчеркивают текстуру кожи. Говоря про оттенок, мне изначально показалось, что он выглядит чисто серебристым на лице, но в принципе это не так. Легкий персик все-таки присутствует, и ярко выраженной базы, какой-то там супер желтой, я не увидела. Но мне кажется, что все будет очень сильно зависеть от оттенка кожи, и на некоторых база, мне кажется, вылезет. Далее, румяна. Есть и плюсы, есть и минусы. Предупреждаю сразу же, что отдушка тоже присутствует, хотя, в принципе, я уже про это сказала. Если вы не любите слабо пигментированные румяна, они вам не понравятся. Потому что это слабо пигментированные персиковые румяна. Не рыжие, а именно персиковые. Тушуются они отлично, распределяются хорошо, и при этом они отлично наслаиваются. В течение дня они не блекнут и не исчезают. Хайлайтер в течение дня тоже себя ведет хорошо. И он становится чуть менее яркий, чуть менее интенсивный, но тем не менее до конца дня он доживает. Если вы не любите слабопигментированные хайлайтеры, этот вам не понравится. И плюс здесь есть такой интересный момент, что он как будто бы слегка на легкой беловатой базе, но это не сильно бросается в глаза, как это иногда бывает с такими же розовыми, ярко-розовыми хайлайтерами. В целом неплохо. Жить можно, наслаивать можно, поэтому, в принципе, пойдет. Следующая линейка у нас с вами пускай будет от Catrice, которая называется Seeking Flowers. И здесь мне понравились оба продукта. Но есть некоторые особенности. Начнем, пожалуй, с румян. Во-первых, оттенок снова персиковый. И да, в этом сезоне у нас с вами определенно доминирует именно персиковый оттенок. У них также в этой коллекции вышел ярко-розовый цвет, но я решила взять персиковый, потому что я на тот момент не знала, что выйдут персиковые румяна у бренда Essence. Хорошо тушуется, отлично распределяется. Это румяна с легким светоотражением. Пигментация достаточно высокая для кремового продукта, но они не тинтуют. И если у вас очень жирная кожа, вам этого продукта будет недостаточно, его обязательно нужно будет дублировать. Из нюансов. Очень сильно воняет. Воняет Китаем, китайским пластиком. Скорее всего, запах идет от упаковки, но тем не менее. Имейте в виду этот неприятный моментик. Сам продукт внутри очень хороший и очень качественный. И ко всему прочему, эти румяна не растворяют тональную основу. Здесь также в комплекте есть кисточка. Вроде как бы она и неплохая, но я обычно такими продуктами не пользуюсь, такими кисточками, потому что их вообще-то как-то надо мыть. И не хотелось бы, чтобы случайно, когда вы будете мыть кисточку, вы помыли румяна. В общем, опасная ситуация. Продукт классный. Далее, это хайлайтер. Тоже мне понравился. Он немножко замыливается, потому что это полукремовая текстура. То есть это что-то вроде формулы cream to powder. Да, кто бы мог подумать в бюджете. Хорошо распределяется, отлично тушуется, без базы, и это хайлайтер, который можно наслаивать. По интенсивности сияния я бы сказала, что он средний, но очень легко можно добиться яркого сияния. И если хайлайтер от Essence очень сильно подчеркивает текстуру и расширенные поры, то вот этот хайлайтер, несмотря на то, что его можно нанести ярко, не подчеркивает ничего, и кожа выглядит очень аккуратно и красиво. Вышло, по-моему, два оттенка, золотистый, я бы даже сказала, что он скорее желтый, а не золотистый,
и какой-то розоватый. И в принципе и тот оттенок хорош по-своему. Очень хорошая качественная упаковка и плюс здесь еще и зеркало внутри. Очень понравилось. Переходим к коллекциям, коллаборациям. И давайте сразу же с вами поговорим про единственный продукт из коллекции с Harley Quinn. Я взяла хайлайтер под номером 01. Он вышел в двух оттенках, как я вам и говорила. Второй оттенок чуть более голубой. И он тоже очень сильно мне понравился, и он очень красивый. Такая формула, вернее, похожая формула вышла у Catrice в основной линейке, называется этот хайлайтер Space Glam. Его единственный нюанс — это то, что со временем этот хайлайтер может немного покрываться какой-то легкой корочкой, но при этом он все равно продолжает набираться на палец или же на кисть. Это очень яркие, интенсивные хайлайтеры без ярко выраженной базы. Их можно нанести отдельными частицами, и в принципе это тот случай, когда можно спокойно использовать вместо не только, вернее, вместо хайлайтера, но и вместо спаркла. Если сравнить вот эти два оттенка, то сейчас вообще на камере кажется, что они очень сильно похожи, но не совсем так. В хайлайтере Harley Quinn чуть больше именно золотистых частиц, вот он, а в хайлайтере из основной линейки чуть больше именно розоватых частиц. Мне очень сильно нравится эта текстура, она не выглядит супер дешевой. Помол здесь у хайлайтеров достаточно маленький и тоненький, и в принципе я считаю, что это отличная замена в будущем хайлайтера Dove, который стоит 70-80 белорусских рублей. Это не будет 100% аналогом Dove, но тем не менее это будет чуть более бюджетная версия. И я надеюсь, что рано или поздно, вообще приблизительно на самом-то деле через полгода, через год, привезут эти хайлайтеры в СНГ. Они в принципе толковые, но тут вопрос в том, нравятся вам цветные хайлайтеры или же нет? Любите ли вы хайлайтеры, которые состоят из отдельных частиц и без ярко выраженной базы, или же нет? Поэтому это, конечно, на любителя, но мне хайлайтер 100% зашел. И теперь с вами переходим к коллекции Joker. И, наверное, вначале поговорим про продукты для лица, а потом уже про палетку для глаз. И начнем мы с вами, пожалуй, с кремовых румян. И да... И нет. К сожалению, с тональной основой, которую я намешала сегодня, это Armani плюс Charlotte Tilbury. Эти румяна не очень хорошо взаимодействуют. Они как будто бы чуть-чуть подрастворили тон в некоторых местах. Скорее всего, если наносить эти румяна на чуть более влажный тон, все, в принципе, должно быть неплохо. Это сильно пигментированные румяна, которые хорошо тушуются, отлично наслаиваются. Они матовые, и оттенок сам по себе прикольный. И да, в этот раз у нас с вами было на пробу трое персиковых румян. Я ни о чем не жалею, потому что до этого момента у меня вообще персиковых румян особо не было. И, знаете, выглядят, конечно, они очень круто и освежающе. Мне понравилось, ко всему прочему, я еще эти румяна, вернее, остатки наносила немножко на припудренную кожу, и, в принципе, было нормально. Почему вот в первый момент нанесения были какие-то маленькие пятнышки, я не знаю. Но вот, да, есть такой вот неприятненький нюансик. Если я не ошибаюсь, эти румяна вышли в трех или в четырех оттенках, и оттенки очень необычные. Один какой-то супер темный, второй темно-розовый. Что-то прикольное, что-то интересненькое. Бронзер. Мне он тоже понравился. Да, я сразу же напятнила, потому что я не ожидала, что бронзер будет такой пигментированный, и что он так настолько легко будет набираться на кисточку. Во-первых, текстура совершенно не пылит. Это полукремовый бронзер. Когда вы его трогаете, текстура очень мягкая, шелковая, отлично тушуется, круто распределяется, пигментация высокая. Я поэтому постарайтесь не переборщить, как я сразу же это сделала, но тем не менее. Даже несмотря на то, что вы переборщите, вы сможете все это растушевать. Если вы видите, что не двигается с места, берем остатки тональной основы, проходимся сверху и чуть-чуть подубираем пигмент. Станет просто не так ярко, не так интенсивно. Говоря про именно 20-й оттенок, он теплый и он красноватый, поэтому если у вас очень холодный подтон и вы не любите красные бронзеры с краснинкой откровенной, вам не понравится, тогда вам лучше всего подойдет именно 10-й оттенок, он чуть более прохладный и вроде как с легкой розовинкой. Мне очень сильно понравилось.
классная текстура, немножко необычная для Catrice и Essence. Во всяком случае, именно такие бронзеры я у них пока что не пробовала. Очень сильно понравилось. И да, там 20 грамм продукта, вам хватит этого бронзера очень надолго. Sparkle от Catrice, опять-таки коллаборация с Джокером, что-то я задумалась. У меня оттенок, по-моему, 20, нет, 10. Там есть еще один оттенок, и я именно его хотела брать изначально, потому что там голубоватое сияние, голубовато-фиолетовое. Выглядит, конечно, очень красиво на свотчах. Мне понравилась текстура, на удивление. Потому что обычно, когда покупаешь такие спарклы, и когда их начинаешь переносить на глаза, они наносятся какими-то хлопьями неаккуратными. И когда они высыхают, это выглядит очень некрасиво, и очень часто эти хлопья начинают отваливаться вам под глаза. Тут такое дело. Этот продукт без базы, потому что если, например, сравнить с такими же спарклами, со схожими, не с такими же спарклами от Рилуи, то там есть база, и там не получается нанести именно как отдельные частицы. Здесь можно нанести как отдельные частицы. То есть вы можете хорошо так распределить продукт, и вы вообще не увидите никакой базы. По факту это будут просто отдельные блестки различного оттенка. То есть это какой-то светло-салатовый, слегка зеленоватый цвет, но при этом именно в макияже он даже каким-то голубым отдает. Очень красивый оттенок, очень интересная текстура. Именно эти спарклы мне понравились. На удивление, я не ожидала, если честно, что они мне понравятся. И говоря про палетку теней. Она стоит без скидок 13 евро. 12,99. 13. Здесь сколько у нас с вами? Практически 19 грамм продукта, 18,8. Я изначально, когда увидела палетки в магазине, я потрогала и Harley Quinn. Вышло две палетки и там, и там. И две палетки Джокера. Я изначально хотела брать фиолетовую палетку Джокера, но потом я потрогала блестяшки и такая, не очень. Ну, мне они как-то не зашли. У Harley Quinn, вернее, в коллекции с Harley Quinn, мне вообще блесточки не зашли, потому что они были очень сухие. У Catrice и Essence заядлой периодичностью в палетках появляются офигенные дуохромы. Они просто восхитительные, они супер мягкие, они очень кремовые, и они уровня Наташи Денона. Без шуток, они настолько яркие и интенсивные. Именно в этой палетке этот дуохром оказался. Это тот самый крутейший оттенок, который я сегодня все-таки использовала тоже в макияже, и который выглядит просто восхитительно на подвижном веке. Только ради этого оттенка, пожалуй, можно брать эту палетку. Ну, потому что он реально очень классный. И также, в принципе, мне понравились палетки Joker больше из-за внешнего вида. Именно упаковка как-то выглядит поинтереснее и прикольнее. Она выглядит как какая-то книжечка. В общем, мне больше просто понравилось. Вот, говоря про нашу с вами зеленую историю, я попробовала все оттенки из этой палетки. Есть формулы сухие, которые будут смотреться не очень на глазах, есть офигенные формулы. Давайте начнем, пожалуй, с матовых оттенков. Я бы хотела сказать, что они все тушуются идеально, но нет, они залипают, к сожалению. Больше всего залипает именно зеленый оттенок при тушевке и вот этот вот темно-коричневый, который нужно вообще намешать с оранжевым и салатовым. Они могут достаточно сильно пятнить. Их можно растушевать со временем, но вы потратите просто ваше время. Далее, самый легкий оттенок в работе – это оливковый. Изначально в палетке он кажется вообще коричневым, но на глазах он раскрывается оливковым, чистым таким оливком, выглядит очень красиво, легко тушуется, распределяется. Салатовый оттенок в палетке выглядит ярко, на глазах его придется немножко поднабить, но тем не менее он достаточно пигментированный. Говоря, в принципе, про пигментацию матовых, она либо выше средней, либо высокая, либо такая еле-еле душа в теле, как светло-салатовый. Вообще он в палетке кажется белым, но это бело-салатовый оттенок. И если вы захотите увидеть именно зелень, именно вот этот вот салатик, вам придется хорошо наслаивать. Они очень сильно по текстуре похожи на салатовый. Вот эти, короче, два оттенка между собой похожи с точки зрения пигментации, с точки зрения того, что их нужно будет обязательно наслаивать. Говоря про оранжевый оттенок, он вообще не оранжевый. На глазах он раскрывается каким-то желтоватым, желтовато-оранжевым, и при этом преобладает какой-то именно желтый цвет, грязно-желтый. Как бы окей,
по текстуре тоже полностью практически совпадают с этими оттенками. В общем и целом, матовые могли бы быть и лучше, но жить можно. Говоря про блесточки, самые неудачные формулы, которые они любят перекладывать из палетки в палетку, потому что они, скорее всего, самые дешевые, это оранжевый оттенок и вот этот вот зеленовато-салатовый. Они очень сухие. Они очень сухие. Поэтому они плохо набираются на кисточку, и в течение дня они вам отваливаются под глаза. 100%. На подвижном веке они будут смотреться достаточно скучноватенько и могут подчеркивать текстуру. Далее идет у нас с вами чуть получше формула. Это классические такие металлики. Они не выглядят даже как металлики на подвижном веке. Они выглядят очень просто, могут подчеркивать текстуру, но сами по себе они с ярко выраженной базой оттенка. То есть, в принципе, вот этот салатовый оттенок можно использовать в чистом виде, и вы увидите салатовый оттенок на глазах. Хорошо набираются на кисточку, отлично распределяются, но да, будут выглядеть немножко скучноватенько. Это оттенки перехода из блесточки в матовый, но, тем не менее, аккуратно в случае очень текстурного века, потому что могут сильно подчеркивать текстуру. Есть еще вот такой вот чудесный оттенок, он немножко дохромит. Это цвет на белой базе, который отдает салатовым. Красивый цвет во внутренний уголок, в переход, самое оно очень-очень сильно понравился. Да, может тоже немножко подчеркивать текстуру. И если сравнить вот с этими вот двумя оттенками, это вообще другая формула. Немного, но все-таки отличается. Она чуть более влажная, чуть более такая кремовая. Двигаемся с вами дальше. И я бы еще объединила вот эти вот два оттенка в одну формулу. Салатовый, который чуть более крупными частицами. И вот этот цветной оттенок, который я сегодня использовала на подвижном веке. Он содержит в себе нечто розоватое и оливковое. То есть это такая вот легкая смесь. Хотя, когда смотришь палетку, кажется, что он такой скорее уходящий в коричневый или же в темно-оливковый. Но на глазах он раскрывается, вернее, максимально заметно именно розовые частицы. Прикольные, в принципе, текстуры. Во-первых, они достаточно кремовые, и они уже не подчеркивают текстуру века, и, в принципе, неплохо смотрятся, хорошо набираются на кисточку, но я предупреждаю, что салатовый оттенок может со временем немножко сыпать под глаза, поэтому лучше всего его наносить на что-то. В принципе, этот оттенок тоже со временем может чуть-чуть подсыпать, но он какой-то чуть более кремовый, чем салатовый. И остались у нас вот эти вот две блесточки и звезда этой палетки. Начнем с вот этих вот двух красоток. Мне больше всего понравился лимонный оттенок. Он офигенный тоже по качеству. Он очень мягкий, кремовый, хорошо набирается на кисточку, отлично переносится и при этом не сыпет вам в течение дня под глаза. Этот оттенок чуть похуже, там крупнее блестки. И когда вы начинаете его набирать на кисточку, часть блесточек начинает расходиться какими-то хлопьями, и вот эти вот хлопья могут вам сыпать под глаза. И придется их как-то отдирать. И лучше всего взять какую-нибудь кисточку для бровей, ёршик, и аккуратно попытаться подснять этот оттенок. Со временем он никуда у вас не сдвинется, если вдруг у вас эта блесточка осталась под глазами, но может смотреться просто не очень аккуратно. Этот оттенок напоминает чем-то лимонный, грязно-лимонный, выглядит действительно очень интересно и красиво. Этот оттенок больше напоминает именно золото. Его также можно нанести как спаркл, в принципе, он будет смотреться очень красиво. Ну и топовый оттенок в этой палетке — это, конечно же, дуохром. Он очень кремовый, очень классный, легко набирается на кисточку, легко переносится. Он не сыпет в течение дня, и вы только посмотрите, какой офигенский. Такие оттенки появляются, как я вам уже сказала, в палетках Catrice и Essence. И примеры — это Jungle Book, это лимитка 23-го года, весны 23-го года. И здесь как раз-таки оттеночек посередине. Это тот самый дуохром. Текстура точно такая же, и то мне даже кажется, что в новой палетке она стала еще более кремовая. Смотрите, какая красота. Ну, здесь определенно оттенок проигрывает новинки 24-го года. И лимитка Essence Микки Мауса. Я ее сравнивала с Наташей Диноной. И она действительно очень похожа на Наташу Динону. Ну, клево же. Смотрите, как круто. И это Essence Catrice. То есть у них бывают просто восхитительнейшие оттенки с точки зрения качества. В общем,
В палетке, конечно же, есть свои минусы, в палетке есть свои плюсы. Но в общем и целом, в принципе, брать можно. Ее стоит брать ради самого красивого оттенка в палетке, ради оливкового, ради белого дуохрома легкого, ради вот этих вот двух оттенков, потому что они все-таки по качеству очень хорошие и напоминают что-то чуть более дорогое. В принципе, еще ради вот этого вот оттенка. Если вам нужны матовые, скорее нет, чем там, потому что здесь чуть более суховатая формула матовых. У них бывают матовые получше все-таки, но блесточки в этой палетке некоторым можно выдрать для себя. И сейчас давайте с вами быстренько посмотрим вечернее включение. Прошло 12 часов. Время сверяться. Хайлайтер на месте, бронзер на месте, румяна тоже на месте. Все с ними хорошо. Макияж глаз с этой стороны база была. С этой стороны база не было. Есть небольшое легкое скатывание, но не сильное матовое. Эти они не поблекли, и блесточки сегодня даже не сыпали. И в завершение этого видео давайте с вами обсудим, что же еще вышло в этих коллекциях. Начнем, пожалуй, с коллекции от бренда Essence, которая называется Got a Crush on Apricot. В ней вышло интересное масло для губ, и я раздумывала насчет покупки этого масла, но, к сожалению, не было тестера, а я очень хотела потрогать текстуру, и особенно меня интересовала отдушка, потому что если там такая же ярко выраженная химозная отдушка, я бы, к сожалению, не смогла ею пользоваться. Но масло выглядит очень интересно, и обратите внимание на упаковку, она прям такая стильненькая, даже чем-то напоминает Кико Милано. Также вышел блеск для губ. Опять-таки ситуация точно такая же. Блески у Essence, у Catrice, в принципе, неплохие, но, к сожалению, они достаточно быстро портятся, поэтому ими обязательно нужно пользоваться. Из аксессуаров спонжик и резинки для волос. В принципе, если вам такое надо, почему бы и нет? А, еще наклейки вышли. Ну, не знаю, надо кому это или нет, но меня ни то не заинтересовало. Говоря про Catrice и коллекцию, которая называется Seeking Flowers, вот в ней как раз-таки вышли еще некоторые интересные продукты, но я уже не стала их брать. Во-первых, вышла маска для губ. И это очень похоже на закос на Laneige. И, скорее всего, эта маска по-своему хороша, но опять такая же ситуация, я не видела тестеров. Как-то вот с лимитированными коллекциями иногда все очень плохо с тестерами, да, на самом деле не только с лимитированными. Иногда они просто не выставляют тестеры, и нужно брать просто наугад. И вам либо повезет, либо нет. Пока отзывы на эту маску неплохие, но вопрос в том, увлажняет она все-таки или же нет. Потому что иногда бывает такая ситуация, что вы покупаете маску для губ или же блеск для губ. Вроде бы он изначально вам увлажняет, и через 5 минут он начинает жутко сушить. Также в этой коллекции вышли тени для глаз. И с одной стороны, они неплохие. Во-первых, там очень большая граммовка. Во-вторых, очень хороший пластик. То есть качество упаковки на уровне. Но оттенки внутри меня немножко смутили. Они такие не для каждого и не для всех. Там есть очень прикольный такой приглушенный розовый оттенок. Это как раз-таки сам цветочек. Но вот остальные цвета, ну так, немножко на любителя, я бы так сказала. И мне больше понравилось именно цветовое, не цветовое решение, а то, как выглядит эта палетка. Я, да, думала взять ее исключительно, потому что она красивенькая, но потом подумала и решила, а оно мне надо. Говоря про граммовку, там целых 17 грамм продукта вам этой палетки хватит. У-ху! Это, прикиньте, всего лишь 5 оттенков. А мы с вами пробовали палетку Joker, и там было 19 грамм и гораздо больше рефилов. Еще один интересный продукт в этой линейке – это Lip Satin. Это продукт, который тинтует. То есть изначально это вроде как цветной блеск для губ, но потом вы снимаете верхний слой, и вы видите тинт на губах. Тоже выглядит интересно, но оттенки такие, слегка сомнительные, они очень яркие, интенсивные. Там тоже был персиковый цвет, и вот как раз-таки я думала, может взять персиковый цвет на пробу, но потом я все-таки не рискнула его покупать. И говоря про наши с вами коллекции Джокера и Харли Квинн, давайте начнем с Джокера, потому что большую часть продуктов я купила, не считая каких-то аксессуаров. Поэтому давайте с вами обсудим. Помада для губ. Я ее хотела взять,
Там очень неплохой принт, и в принципе оттенки неплохие. Есть яркий красный и есть приглушенный розовый. Но я просто уже решила не брать, и качество упаковки там очень хорошее, мне очень сильно понравилось. Далее это аксессуары. Конечно же, несколько кисточек вышло. Вышел лосьон для тела. Упаковка тоже выглядит очень прикольно, но тестеров не было. Можно было бы хотя бы понюхать, если бы были тестеры. А так, судя по всему, нужно было просто брать наугад. Конечно же, вышла кисточка. Ой, кисточка. Про кисточки сказала. Вышла косметичка для кисточек. Вот. Ну, я ее тоже в реальной жизни, к сожалению, не видела. Вышли лайнеры для глаз, цветные, яркие, вроде как выглядят красиво, но мне не понравились они по качеству. Я их видела в реальной жизни, я их сводчила, и они вроде бы кажутся, что не сильно пигментированные, но это не так. Нужно будет обязательно их наслаивать. Если вам нужны цветные лайнеры, и вы хотите поиграться, и вам не жалко времени, в принципе, подойдет, иначе я бы не советовала их брать. Вышло масло для губ, оно будет реагировать на pH вашей кожи. Ну, просто уже решила не брать масло, потому что в последнее время мне кажется, что в каждом бренде выходит масло для губ, притом выходят они с заядлой периодичностью. Также наклейки, это неинтересно, серум для лица. Обычно эти серумы не самые лучшие, они плохо взаимодействуют с тональными основами и могут часто скатываться. Поэтому вам либо это нравится, либо нет. Но мне чаще всего не нравится. Также вышел мист для тела и увлажняющая маска для губ. И это, в принципе, все, что касается коллекции с Джокером. Говоря про Харли Квинн, тут будет кое-что поинтереснее. Из аксессуаров. Резинки для волос, кисточки, спонжик и, мне кажется, что-то еще. А, ну да, наклейки, конечно же, и косметичка. Из интересного, что мне понравилось, это цветные туши. И притом вышло два оттенка, фиолетовый и голубой. Они тоже выглядят интересно, но когда я их покупала, их уже не было в наличии, поэтому я такая, ну и ладно, значит, не попробую в этот раз. Но теоретически их можно заказать онлайн, потому что они, в принципе, доступны. Туши у Essence и у Catrice, в принципе, неплохие. И это, судя по всему, будет давать неплохой завиток, потому что там соответствующая щеточка. Также вышли блески для губ, и я их специально не стала покупать, потому что похожие блески вышли в основной линейке. У Essence они называются Meta Glow, и они мне не понравились. Во-первых, они липковатые, во-вторых, они какие-то, в общем, там очень крупные блестящие частицы. И ощущается, как песок на губах. На мой взгляд, оно того не стоит. Не самая удачная линейка блесков, которая у них вышла, поэтому я не стала брать. Говоря про Glow Stick, я его, если честно, не очень сильно поняла. В теории вы можете его наносить на тело, и это что-то вроде как хайлайтера своего рода, но я посмотрела на него в жизни и такая, ну, наверное, мне это не очень сильно нужно. Если вы хотите поиграться, побаловаться, любите что-то нанести блестящее на тело, в принципе, можно. Если вам такое не нравится, то, скорее всего, вам, в принципе, этот стик не зайдет. Также у них вышли помады, которые вот кликаются в этой линейке. Они также вышли в основной линейке Catrice. Они называются Shine что-то там. В общем, сейчас их увидите. Я купила одну на пробу. Мы с вами их пробовали, эти помады. Они мне не понравились. Это закос на NYX. Это закос на Tarte. И лучше купите NYX. Вместо двух помад от Essence и Catrice купите лучше NYX, потому что NYX лучше по качеству, не сушит губы, ко всему прочему еще и тинтует. То есть и сильно пигментированные эти помады. У Essence и у Catrice они, во-первых, сушат, во-вторых, у них очень химозная отдушка. И если вы чувствительны к запахам, вам категорически не понравится, вы купите и вы просто выкинете этот продукт. И хуже всего для меня, во всяком случае, это то, что после нанесения этого продукта губы начинают очень сильно сохнуть. И хочется просто что-то увлажняющее на них нанести, поэтому, на мой взгляд, просто оно того не стоит. Идея хорошая, закос хороший, но, к сожалению, вышло немножко провально. Лучше не тратить деньги, хотя кому-то, в принципе, это нравится. Вышла классная пудра в этой линейке, но ее, по-моему, разобрали. Я ее даже в жизни вообще не видела нигде, ее даже онлайн практически нигде не найти. Это розоватая пудра,
И, судя по всему, она очень даже хороша, но я ее не смогла, к сожалению, найти. Может, она где-то еще появится, хотя, если честно, сомневаюсь. Мне кажется, уже все поразбирали, самое классное. Также вышли лаки для ногтей и патчи для зоны вокруг глаз. Там вышло 30 штук, 30 пар, то есть 60 штук этих увлажняющих патчей. В принципе, я все хочу попробовать эти увлажняющие патчи от Essence и от Catrice. И очень похоже на то, что это патчи из основной линейки, которые, на которые, вернее, просто приклеили наклейку, что это лимитированная коллекция. И вроде как там достаточно неплохие отзывы. Короче, надо будет купить, попробовать и рассказать вам как-нибудь. Вот. Кстати, у Catrice выходит еще одна, вернее, уже вышла новая лимитированная коллекция. Вы ее сейчас увидите где-нибудь здесь на экране. Не знаю, буду я из нее брать что-то или нет. Там вышли цветные туши, поэтому, если вас интересуют цветные туши, то напишите в комментариях. Может быть, все-таки что-нибудь куплю из этой коллекции. И напишите в комментариях, как вам продукты, которые мы сегодня с вами попробовали, что вам понравилось и что вы уже успели попробовать, и что вас заинтересовало. Я надеюсь, это видео вам понравилось и оказалось для вас полезным. Если да, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх, подписаться на канал. Большое вам спасибо за просмотр, желаем хорошего дня, солнечного настроения и пока-пока.